Лера, давай быстрее, это где-то здесь. Лер, ты, наверное, не слышала? Я вон там где-то к тебе кричал. Лера, давай быстрее! Давай быстрее, давай быстрее. Не чтобы... Давай, Лера, Джан, давай, пожалуйста. И тогда Лера даст. Лера, что ты там скванчишь? Подожди, подожди минут 10 и пойдем дальше. Лера, вставай, у нас на кону жизнь нашего... члена семьи! О, вот так бы сразу. Если вам интересно, что происходит, сейчас расскажу. Короче, в прошлом видео на нас напал маньяк. Если вы не смотрели, то видео на канале. Так вот, он оттебедохал Алину, и Коля никак не мог смириться с потерей и постоянно ходил грустный. Коль, ну хватит ныть, это всего лишь кукла. Чтобы поднять ему настроение, я решила устроить праздник. Сюрприз! Я купила тортик и надула шарик. Надула? Ненавижу его. Но позже с ним стали происходить странные вещи. По ночам, пока я играла в Genshin Impact, он изучал древнюю магию, чтобы оживить куклу. А еще он украл у меня... Это моя курица, я ее себе купила. Лера, она мне нужна. Отвали от моей курицы. Это моя курица. Да хватит бить меня курицей. Сел, держи, играй. Лера, что это? Это Genshin Impact, кроссплатформенная приключенческая игра с открытым миром, в которой ты можешь делать все, что тебе нравится. На некоторое время отвлекаясь от проблем в реальной жизни. В мире насчитывается более 60 миллионов игроков, и в игре наконец-то открыли новый район, Натлан, жители которого восхищаются могуществом бога огня. Здесь живут особые существа, в том числе драконы, а еще 6 различных племен, и у каждого из них свои традиции. Традиции, культура, стили одежды и истории. Это что, сейчас реклама была? Нет. И вроде он на пару дней залип, и мне казалось, он успокоился, пока одним утром... Ау! Лера, вставай, нам надо идти! Что? Сколько время? Что? Я не знаю, да это и не важно, я знаю, как оживить Алину. Да, Коля, у нас не получится, это невозможно. Да ты не понимаешь, ты мне дала очень замечательную игру, и там смелый главный герой. Я ему, короче, позвонил, и он мне сказал, как я могу спасти Алину. Что? Этой ночью. Алло, Мавуика, это ты? Да, это я. Ты точно настоящая? Да, конечно, я настоящая. Ты должна мне помочь. У меня была подруга Алина. И, короче, к нам в дом вломился маньяк, и он такой берет Алину и такой ее... Шака-така, шака-така. И она сдохла. В каком регионе у вас случились трудности в прохождении? Дома. В таком случае вам нужно... отправиться навстречу приключениям, доказать тебе свою смелость, и тогда ты оживишь Алину! Что? Я имела в виду... Спасибо, Мавуика, ты лучшая! Рада помочь, удачных приключений. То есть, ты хочешь сказать, что ты позвонил игровому персонажу из Genshin Impact, и она тебе сказала, как оживить резиновую куклу? Ага, а теперь собирайся. Я, конечно, знала, что в Genshin Impact хорошо продуманные персонажи. До сих пор в Genshin Impact было 88 персонажей. От маленьких девочек до статных взрослых мужчин. В Тейвате найдется любой персонаж, которого вы только можете себе представить. У всех персонажей привлекательная внешность и яркие костюмы, связанные с их историей. Так, например, внешний вид Юн Цинь вдохновлен костюмом пекинской оперы. Помимо прочего, персонажи в Genshin Impact имеют очень богатые сюжетные линии, так что их образы не ограничиваются только изображением. Игроки могут постепенно узнавать о персонажах, взаимодействуя с ними. Лера, да ты опять там с кем-то разговариваешь? Пошли! Здорово, перцы! Это новое видео. Сегодня мы пройдем самые страшные испытания. Чтобы спасти мою куклу Алину, давайте сразу поставим лайк на это видео, потому что каждый лайк поможет оживить Алину. Поставьте мне прострел, пожалуйста, тык-тык-тык. Я не знал, как доказать Мавуике свою смелость, поэтому пригласил тренера по страху, чтобы он... вытрясу из вас всю душу и заставлю обосраться и обоссаться одновременно. Тренер, у вас усы отвалились? Да мне плевать!
Это шкала нашего страха. Каждый раз, когда мы будем пугаться, сердечки будут пропадать. Если закончатся все, то мы проиграли. А можно я не буду? Ладно, поняла. Вы куски потной подмышки бомжа! Чё встали? Упали, отжались! Лер, ну как тебе, страшно? Да пока не очень. А я только начал. Я приготовил для вас кое-что настолько страшное, что вы будете трястись так, что начнется землетрясение. Тренер приклеил к нашему телу восковые полоски, и наша задача не закричать. Лер, ну это не особо страшно. Заткнись. Не страшно пока. Знакомьтесь, это Мечехвост. Добрый вечер. И лучше не орите, не шевелитесь, потому что они вас ужалят. Они очень ядовитые. Коля, я тебя ненавижу. Ну и что, готовы? Хоть я, конечно же, не испугался, но из-за Леры мы все равно проиграли сердечко. Поддержите ее в комментариях, напишите приятное, потому что нам нужно новое испытание. Что будем делать дальше? Сначала я постираю свои трусы, а потом кое-кому позвоню. Алло, Мамуик, это ты? Да, это я. Что тебе надо? Короче, нас чуть не ужалил Мечехвост, а еще мне чуть не оторвали соски. Что нам еще сделать? Ты что, больной? Не нужно этого делать. Ну да, согласен. Я видел, что в обновлении 5.0 к вам присоединятся 3 новых персонажа. Муалани, Качина и Кинич. Каждый из них обладает уникальным способом передвижения. Например, серфинг. Вот это в натуре смело. Спасибо, Мавуика. Алло, нет, стой. Ни слова больше. Лер, пошли. А меня кто-нибудь хочет хоть о чем-то спросить? Мы нашли вот такую площадку для серфинга. И тренер по страху для нас провел инструктаж. Вы здесь умрете. Звучит позитивно. На самом деле, мы с Лерой вообще таких штук не боимся. Мы посмотрели, как это делает Муалани. Вообще фигня. Погнали. Как вы могли заметить, из-за Леры мы снова проиграли, и у нас осталось 2 сердечка. Нам нужен план Б. Алло, Мавуика, это ты? Нет, это не она, она заболела. Ну я подожду ее. Ладно, это Мавуика. Мавуика, ну короче, мы немножко обосрались, а что еще можно сделать? Да что у вас там происходит? Не нужно ничего. Ничего, кроме испытания новой возможности летать на энергии? Лер, у тебя есть энергия? Не, я сейчас сдохну. Я перезвоню. Перемещаться в воздухе, как это делает Кинич и Зеленый Дракон в игре, мы не можем. Но есть идея. Лера безумно боится высоты, и это будет просто то, что нужно. Мы отправились в место, где можно полетать на тросах, как в Натлане. Короче, мы уже на месте, и это выглядит капец как стрёмно. Я очень боюсь. Мне капец. Ладно, перчики, напишите в комментариях что-нибудь приятное, чтобы поддержать меня. Например, Лерочка, ты молодец, у тебя все получится. Нет, лучше пишите в комментариях. Быстро лезь на дерево, или я заставлю тебя его сожрать. А бывает такое, что вы не кричите? Лер, а нам же чуть-чуть осталось, может быть, ты сама? Я что, слышу голос маленькой девочки? Лера, может, ты сама? Кто здесь девочка? Вот девочка. Кто девочка? Вот девочка. Я не девочка, я хочу тоже пойти. Тренер снова провел нам инструктаж по технике безопасности. Теперь мы точно ничего не боимся. Ну чё, погнали? А теперь вы пишите в комментариях. Перца! Как
Как вы поняли, из-за Леры мы снова проиграли, и тренер был очень злой. В наказание он отправил нас ночью в лес, но это вы увидите в следующем видео, когда наберете 100 тысяч лайков. А пока скачивайте Genshin Impact, бонус-промокод видео. Исследуй новый район Атланы, испытай новое приключение. Вместе с выпуском обновления 5.0 войди в систему, чтобы пригласить постоянного 5-звездочного персонажа. Не пропусти!